Здравствуйте, дорогие мои подписчики или просто зрители моего канала, представляю вам видеоролик. Ушедшие актеры из фильма «Тарас Бульба», вышедший в 2009 году, всем приятного просмотра. Стукко Богдан Сильвестрович родился 27 августа 1941 года, скончался 22 июля 2012 года. Роль – Тарас Бульба. Сердюк Александр Александрович родился 14 октября 1940 года, скончался 26 мая 2010 года. Роль – Дмитро Тавкач, Есаул. Последняя роль в кино. Хмельницкий Борис Алексеевич родился 27 июня 1940 года, скончался 16 февраля 2008 года. Роль – Атаман Бородатый. Последняя роль в кино. Дедюшка Александр Викторович родился 20 мая 1962 года, разбился в ДТП 3 ноября 2007 года. Роль – Степан Гуско, Атаман. Зайченко Петр Петрович родился 1 апреля 1943 года, скончался 21 марта 2019 года. Роль – Метелица. Тадеуш Парадович родился 27 мая 1956 года, скончался 28 декабря 2012 года. Роль – Полковник. Пащенко Олег Иванович родился 30 июня 1956 года, скончался 11 июля 2019 года. Роль – Димитрович. Соколов Станислав Александрович родился 9 мая 1940 года, скончался 20 августа 2010 года. Роль – Эпизод. Мустафа Куртмулаев родился 25 июля 1959 года, скончался 24 июня 2019 года. Роль – Эпизод.